Первый день мая – активный и полноценный отдых. Традиционный Первомай в поселке Иргенинский Кичинеровского района ассоциируется со скачками на лошадях. А в этом году конно-спортивный праздник дополнил фестиваль тюльпанов, организованный Чкаловским и Гашун-Бургустинским СМО. 9 заездов, полсотни резвых скакунов и 1000 отдыхающих. Иргенинские первомайские скачки привычно стали центром притяжения для жителей Калмыкии и большинства гостей республики. В списке участников скачек – конники из Калмыкии, Ростовской и Ставропольской областей. Камертоном задает общий тон торжественное открытие. Стало доброй традицией встречаться нам 1 мая на благодатной Иргенинской земле. Даже об этом говорят наши приметы. Сегодня прошел дождь перед мероприятием, значит, мероприятие пройдет на отлично. Отдельно хочу сказать, что сегодняшнее мероприятие проходит в рамках фестиваля тюльпанов. У нас в районе оно получается завершающее. И поэтому, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем главам сельских муниципальных образований, директорам школ, заведующим детских садиков, всем работникам всех коллективов, которые принимали участие и принимают участие в организации фестиваля тюльпанов на территории Кичинеровского района. Скажу так, что сегодняшнее мероприятие, как и мы говорили всегда, покажет скачки на высоком уровне. Об этом говорит и участники соревнования. Приехали наши дорогие соседи, и сегодня же хотим увидеть хорошие результаты наших детей. В рамках сегодняшнего мероприятия будет проходить Бекберлдан. Желаю всем хорошо провести время, отлично пообщаться и всех с праздником. В первой скачке состязались кони калмыцкой породы и в восьмой скачке – рысаки. Остальные забеги заняли чистокровные и полукровные скакуны. Фестиваль тюльпанов по инициативе Батухасикова, стартовавший в начале апреля, в Кичинеровском районе состоялся на 4 площадках, и завершающей из них в Первомай была намечена эта – на скачках в Вергенях. По традиции тут много гостей и всегда полный аншлаг. И те, благодаря кому эта традиция не прерывается – спонсоры скачек. Их в этом году 23, а в списке учредителей памятных призов – администрация района и 2 СМО. А также депутат Хурала Сергей Сухинин и семьи Авгаджиевых, Улановых, Ирниевых и Белеевых. На протяжении 20 лет здесь, в Иргенинском, проходит конно-спортивный праздник. И поверьте мне, о нем знают далеко за пределами Республики Калмыкия. Поэтому я искренне поздравляю вас с этим знаменательным днем. Хочу также поблагодарить организаторов за прекрасно организованное мероприятие. Нам всем очень интересно и радостно и весело всегда сюда приезжать, потому что здесь живут искренние, добрые и гостеприимные люди. Я еще раз хочу поздравить вас с праздником. В рамках фестиваля раскинули кибиточные хатуны чкаловцы и гашун-бургустинцы. Рядом разместились лучники, устроили районный чемпионат. А юные борцы состязались в разных весовых категориях на чемпионате по национальной борьбе. Ну, всем известно, что Калмыкия отличается от всей нашей страны вероисповеданием. Такого нет во всей Европе, поэтому, естественно, мы не могли проехать мимо. Зная, что здесь проходит фестиваль тюльпанов, к сожалению, не попали на цветение самих тюльпанов, но вот такое шикарное мероприятие, интересное очень. Культуру Калмыкии очень мало знаем, хотелось бы побольше узнать, как бы интересное увидеть. Восхитительный, очень гостеприимный народ, очень красивая природа. И вообще, в принципе, очень все замечательно, так хочется вернуться. У вас было открытие мотосезона в Калмыкии. Вот мы приезжали туда, в Элисту, и сейчас едем в Волгоград на празднование 9 мая. Ехали по трассе, заехали к вам, увидели, что такое большое количество людей. Решили посмотреть, что у вас здесь происходит. Пока успели только покушать. Сейчас пойдем дальше. Очень вкусная национальная кухня. Не встречались с таким еще. Мне понравилось очень. Чай. Вкусный чай. Вкусный, да, калмыцкий чай. Первый раз попробовал.
Все победители получили грамоты, призы и подарки. А в скачках на 8000 метров для лошадей всех пород старше 3 лет первым пришел гнедой жеребец «Доминант» под седлом опытного жокея Бамбуша Доржиева. Аршан Зеремин, Сарфинский район! Хозяин коня Григорий Цебиков и в прошлом году выиграл главный приз в Ергенинском. Тогда за автомобиль «Лада Гранта» он выставлял другого скакуна, а оседлал его все тот же жокей Бамбуш Доржиев. Цаган Муковина, Дельгера Карнусова, Ольга Гармаш. Информационная программа «День Республики».